потребившие здесь? Свидетели, потребившие здесь? Октябрьский районный суд города Бишкек начал процесс по делу сотрудников ДПС, которые вымогали взятку у гражданского активиста Болота Ибрагимова. Само заседание продлилось несколько минут. Судья Чингиз Адамкулов опоздал на процесс и отложил его на следующий день. Судья запретил журналистам проводить съемку процесса. На вопрос, почему снимать нельзя и где можно получить разрешение, Адамкулов направил нас к председателю Октябрьского райсуда Эрнису Чуткараеву. Однако тот перенаправил нас назад к Адамкулову. По его словам, он ничего не решает, хоть и является главой Октябрьского райсуда. Ибрагимов, присутствующий в зале суда в качестве потерпевшего, сказал, что настаивать на мере пресечения подсудимых не будет. Он собирается подавать ходатайство о разрешении видео и фотосъемки. Во-первых, хочется начать с того, что судья опоздал на судебный процесс, да, порядка на 30-40 минут. При этом пояснил то, что все мы люди. Это тоже очень насторожило. И судебный процесс, вот сторона подсудимых, они как-то агрессивно настроены. Хоть мы и не настаиваем на мере пресечения в виде лишения свободы для всех подсудимых, почему-то сторона подсудимых так очень агрессивно настроена. Также не разрешили нам вести видеосъемку, что повлияет на адекватный исход судебного процесса. Все-таки какие-то насторожения, да, все это вызывает. Помимо сотрудников ДПС, на скамье подсудимых сидел и так называемый внештатный сотрудник Аделет Джунусов, который известен в интернете как Дрыщ. Джунусова и двоих сотрудников ДПС задержали 14 июля. Последних обвинили в вымогательстве взятки и в превышении полномочий. До сих пор непонятно, в чем обвиняется Джунусов. Давайте без этого. Давайте. Да, давайте. Да, давайте.